сказать огромное спасибо Джафарову Руслану Идрисовичу. Он помог вылечить колено, помог обрести новую жизнь. И теперь жизнь – сплошной праздник. Где-то в одной умной книге я вычитала такое высказывание, что если вы были у врача, поговорили с ним, и после этого вам не стало легче, то вы были у плохого врача. Так вот, я хочу сказать, что в нашей больнице есть замечательный доктор, от одного разговора с которым становится легче. Хочу передать ему большой привет и огромное спасибо за то, что он с каждым пациентом, а я это видела неоднократно, с каждым пациентом общается, объясняет проблему, замечательно лечит. Я ему желаю здоровья, я желаю ему дальнейших профессиональных успехов. И хочу, чтобы в нашем городе Сарове побольше было таких врачей. Ну, не хочу обидеть никого, но вот именно Руслан Идрисович, тот доктор, которому я очень благодарна за его помощь. Здравствуйте! Поздравляю вас с наступающими летними каникулами. И хочу передать привет своим друзьям Саше, Вите, Кате. И хочу передать привет маме, папе, бабушке, дедушке. И поздравляю еще раз всех с летними каникулами. Хочу передать всем привет, всем, кто меня знает, кто знает моего ребенка. В общем, и всех с наступающим летом, всех учеников с наступающими каникулами. Все, счастливо! Счастливо всем! Меня зовут Синькова Александра. Я хочу передать привет своей маме, Кленкиной Анастасии, и подруге Воробьевой Дарье. Я хочу передать привет своей маме, подруге и своим одноклассникам. Подруге Семенкова Александре и маме Воробьевой Наталье Владимировне. И всем остальным друзьям и одноклассникам. Я хочу передать привет моей бабе Тане и бабе Гале, деду Ване и деду Варе и бабе Нине. Желаю, чтобы у них хорошего все было, замечательные деньки. Я хочу сказать, что мир прекрасен, лето начинается, уже скоро начинаются каникулы, летние отпуска, отдыхи. Удачи вам в этом начинании. Я передаю привет своим бабушкам и дедушкам.